Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алекс, и вы попали на мое новое видео. Наконец-то началось лето, долгожданные каникулы, с чем я вас всех хочу поздравить. Кстати говоря, на моем канале уже скоро будет 50 тысяч, и я решил не ждать этого огромного юбилейного числа на моем канале и сделать офигенный ролик заранее. Я сегодня снимаюсь вместе с Димой, вы все его можете знать как самого креативного DIY-щика на ютубе, потому что с помощью его делаются все самые отбитые проекты, которые вы можете видеть на канале и у Османа, и у Киевской, и у Теймура, в общем, у всей нашей движухи. Этот человек переплывал Киевское море на самодельном плоту, и зимой они вообще подожгли человека. Так что, я думаю, вы все зацените этот контент, переходите по ссылке в описании. А также досмотрите этот видос до конца, потому что именно там будет отпадный конкурс в честь 50 тысяч подписчиков. Мы сейчас находимся на стандартной военной полосе препятствий, и мне очень стало интересно сравнить общевоенную физическую подготовку и паркур. Все мои друзья меня знают как креативного DIY-щика на ютубе, ребят, но мало кто знает, что я проходил военную физическую подготовку в военной кафедре 3 месяца в казармах. Ребят, и сегодня мы решили проверить, так скажем, все в реальных условиях, что же будет лучше, стандартная военная подготовка или же уличный паркур. Fuck it up and make it back. Do your good and lay your flag, girl, you know I ain't a basic cat. Smoking dope and always making stacks. Trapping hard and living fast. Any day could be my last. You know I'm trying to get it back. Chase no bitch, I'm always chasing cash. I said fuck it up and make it back. Do your good and lay your flag, girl, you... Тут пока Дима разминался, у нас случился небольшой инцидент. Живой? Да. Все нормально? Да. Не поранился? Закинь, блядь. Кровью не стесал, ничего? Ой, покажи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пи***ц, наснимались. Блядь. Такой небольшой зашквар, короче, протесал немножечко территории этого спорткомплекса своей рукой. Нормально. Вот так вот. В общем, все жертвы ради такого офигенного контента. Я думаю, это заслуживает на ваш лайк и вашу подписку. Помимо того, что Дима стер себе полностью руку, он, по-моему, еще и умудрился сломать большой палец на ноге. Расскажи свои ощущения. Ребята, короче, палец полностью онемел, сейчас щипит жестко. Не знаю по поводу сломать, но ушиб там конкретный, походу. А может быть даже, я не знаю, какая-то, может быть и перелом даже. Ну, в общем, короче, поедем, скорее всего, в травмпункт, да. В больницу. Возможно, и в больничку сейчас поедем, короче, ребятки. Ну, так. Но доделать мы это должны. Это просто жесть.
Ребят, я думаю, вас всех интересует такой вопрос, где я успеваю зарабатывать помимо Ютуба. Так вот, ответ на этот вопрос очень прост. Я играю на таком казино, как Вулкан. Кстати говоря, по ссылке, которая находится вот здесь в описании, для вас есть приятный бонус, если вы вкладываете свыше 1000 рублей. Это 100% на депозит. Также, если ты с Украины, то не забывай включать VPN. И помни, что в казино можно как выиграть, так и проиграть. Поэтому вкладывайте только те деньги, которые не жалко проиграть. Я вам желаю всем удачи. Ссылки все в описании. Переходите, играйте и выигрывайте. Я на самом деле думал, что это будет намного легче, но оказалось, что это очень просто тяжело. Тем более я тренируюсь 3 дня подряд, у меня очень дикая крепатура в ногах, и мне просто адски тяжело проходить все эти препятствия. Дима вообще себе походу сломал палец, и для него это просто невыносимая боль. В любом случае, без определенной физической подготовки за нами ни в коем случае не повторяйте. Чтобы вы понимали, под конец данного видео я просто взял и потянул себе паховую мышцу. Это самая дикая боль, которая у меня когда-либо была, потому что я завтра просто не встану. Но видос получается отпаднейшим просто. Да? Да? Да. Мне не дали побегать. Ай. Но в следующий раз я тебя взъебу. Нет. Нет. Fuck it up and make it back. Do your good and lay your flat, girl. You know I ain't a basic cat. Smoking dope and always making stacks. Trapping hard and living fast. Any day could be my last. You know I'm trying to get it back. Chase no bitch, I'm always chasing cash. I said fuck it up and make it back. Do your good and lay your flat, girl. You know I ain't a basic cat. Smoking dope and always making stacks. Trapping hard and living fast. Any day could be my last. You know I'm trying to get it back. Chase no bitch, I'm always chasing cash. Me and Tony smoking killer cam, talking about the land while we count bands. Money busting through the rubber band, and we both did it off 100 grams. Anything just to feed the fan. Pray I never ever see the can. Probably see the dirt before I see the sand. Probably cruise the hearse before I cruise. Так, ребятки, а теперь тот момент, который вы все так долго ждали. Конкурс на 50 тысяч подписчиков. И сейчас Дима огласит вам правила. Ребята, условия на самом деле очень простые. Главные призы — это вот эти вот классные наушники, 2 пары. Условия таковы: подписаться на мой канал, на канал Алекса, поставить обязательно колокольчик и написать в комментарии «Я участвую» у меня и у Алекса. А разыграем мы 2 эти крутые пары наушников на канале у Димы в прямой трансляции 11 числа и лично вручим эти призы тому, кто их выиграет. Так что все ссылки в описании, переходите, подписывайтесь и следите за окончанием конкурса. Что же, данный видеоролик подходит к концу. Если вам он понравился, то обязательно ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на мой канал, ведь только на моем канале вы увидите самый крутой, самый эпичный и самый креативный контент. Всем до следующего видео, всем пока!